Вечно так получается. Все вроде нормально. Задание закончил, идешь домой. Но стоит только отзвониться на базу, сразу припашут. Хоть вообще рацию выбрасывай. Ну да ладно, в этот раз хоть задача интересная. Остановить захваченный красными ганзейский поезд. Давно, как говорится, не брал я в руки шашек, особенно тротиловых. Секретный агент Ульман на проводе. Смотри, дошутишься. Цель на подходе, готовься. Вас понял. Кстати. Слушаю. Ты же тоннель там не завалишь? Что вы, как можно? Ладно, смотри там. Конец связи. А вот и ты. Готово. Пора отсюда выбираться. Что за хам? Опять? А здесь-то ты откуда? Длинная история. Мы преследовали этот поезд. Ну, в общем, ты его уже догнал, так что можешь рассказать. Кстати, кто это мы? Мы с Артемом. Он, кстати, с той стороны завала. Артём? А он какого хрена тут делает? Опять метро спасает? Позже объясню. Пойдем. Куда? В полис. У меня много новостей для Мельника. И, к сожалению, им он не обрадуется. А как же Артём? Ведь Артём и оказался по ту сторону завала. Но я уверен, что до полиса он доберется. Там и встретимся. Идем. Интересное кино. Ну, хоть вкратце расскажи. Ну, если вкратце... Красные похитили в Д-6 биологическое оружие и решили захватить все. Нехорошее здесь место. Держись поближе ко мне и делай, что я говорю. Начинается. Этот путь приведет нас на полянку. Оттуда до полиса рукой подать. Правда, по дороге может случиться все, что угодно. В каком смысле? Здесь люди видят всякое. Кто-то прошлое, кто-то будущее. Прекрасно. Изумительно. Галлюцинации. Ученые в полисе считают именно так. Галлюцинации. Я же думаю, что все это неспроста. Полянка показывает людям то, что им должно увидеть. Пойдем, выясним, что она покажет нам.
лежат здесь еще с войны. Тоннель завалило с обеих сторон, и поезд оказался отрезан от внешнего мира. Вероятно, они даже не узнали о войне, ждали помощи, думали, что их обязательно спасут. Это место наполнено отчаянием. Чувствуешь его? Ощущаешь притаившееся здесь зло? Дьявол всегда там, где страдания. Черт-те что, наслушался его бреда, теперь мерещится всякое. Ну как, порядок? Да, кажется, да. Пойдем, тут не стоит задерживаться. Стой! Что такое? Это аномалия. Не шевелись. Она реагирует на движение. Можем идти. Вот это да! Будет о чем рассказать на базе. Так, кажется, здесь. Здесь. Нам сюда. Ну, конечно, нам туда. Ну, куда же еще? Похоже, где-то здесь мутанты устроили логово. Будь начеку. Шахта приведет нас на полянку. Идем. Знаешь, Хан, я тут вещи заметил. Что заметил? Ну, стоит нам куда-то залезть, начинает твориться всякая чушь. Твою
твою мать! Спокойно. Вот это да. Чуть не обделался, думал, достанет. Тихо, тихо. Что? Тише, слушай. Хорошо. Думай-ка, думай. А что если нужно... Осталось только ждать и уповать на матушку природу. Ты, главное, не двигайся. Ни в коем случае. Что-то нет в твоей аномалии. Тише. Знаешь, Хан, все-таки надеяться на аномалии не надо. Давай лучше всех сестрей. Тихо! Она уже здесь. Да.
Сколько шашлыка пропадает? Мы почти на полянке. Так что, пора открывать шампанское? Как сказать? Обычно это пустая станция. Ни зверя, ни человека. Так уже пустая. Ох, что-то слабо верится. Ну вот, а ты говорил, пустая. Пустая, но не простая. Пойдем, делай как я. И главное, не говори с ними. Со мной можно, с ними нет. Как скажешь. Все погибли. Все. Да, остались ты, да я. А мы с тобой. Таким равнодушным. Но мы с тобой живы. Еще скажи, что не рад. Рад. Но. Ну вот. Они думают, что живы. Это просто аномалия. Ничего они не думают, Хан. Галлюцинация. Ну что, мужики, давайте выпьем. За то, что живы. Пей теперь. Ты же говорил, не разговаривать даже. А теперь говорю, пей. А что, нет повода не выпить. За жизнь. Хорошо пошла. Да, слышь, Хан, неплохой ты парень. Только молчаливый какой-то. Все с книжками своими сидишь. Тебя даже выпить уговорить целое дело. Будь проще, народ тебе потянется. Точно. А то так и скиснешь в одиночку. Насочи! Костя, сзади ребят! Бегу! Ян, готовься! Сейчас будет жарко! Thank you.
все. Обошли нас. На станции бойня. Женщин и детей через боковые вроде вывели. Но южный вход точно не удержат. Надо что-то делать. Хан, Кузьмич, давайте в оружейку. Будем рвать южный проход. Костик, остаешься со мной. Понял. Ясно. Пошли, Хан. Thank you.
оно бывает, Ульман. Не знаю, почему Полянка решила показать это и тебе тоже. Надеюсь, ты никогда не встанешь перед таким выбором, как я тогда. Я был слишком молод. Пойдем, хан. Нечего тут засиживаться. Ты прав.